приехали в парк. Ой, как он называется? Быстрее. Как он называется? Оритон магический. Нет. Орнитологический парк. Орнитологический парк. Это еще с птицами связано, да? Ой, еще зеленый. Орнитологи, точно. Ладно. Все равно как-то жалобно, помнишь? Мама где-то мороженое купим в магните. А там могли горы. Да. Это горы, наверное. Какие милые. Она хвостом, как Джесси у нас виляет. Почему кормить-то нельзя? Где? А, вон маленький кролик. Ну, не видно его. А вон маленький совсем. Вон маленький, Вик. Вон маленький, прямо у решетки, Вик. Не слышит. А вот он слышит. Такие милахи. Милые какие. Я не знаю, написано кролики. Как жалко, что, к ним нельзя зайти. Вот этот под домиком. Видишь, сидит человек? Да, я вижу. Жарко. Нет, попугайчики, да? Ну-ка, Вика, а ты сядь. Даже хвостом виляет. Хвостом виляет, а говорю, как собака виляет. Любопытная такая, да? Не знаю. Я же говорила, что это лебедь. Такие лапы мощные. Ну, подойдите. Стопай хорошо. Могу сейчас попробовать. Серьезный такой. Конечно, да. Потом они. Смотри. А что у них клювы черные? А потом они белыми становятся. А там крысы бегают или кто это? Наверное, крысы кто еще. Маме, мама не ела. А у них что, клювы потом начинают это разоветь? Да, они сами белеют. Ну лапы у них мощные очень. Это пампасная трава, вот что это такое. Мята такая. Какая мята? Пампасная. Ну, походили мы по этому парку, посмотрели на птичек, на лебедей, на кроликов. Ну, это так, знаете, для спокойной прогулочки, когда нечем заняться можно. Вот, сейчас идем, я там... Да нет, магазинов. Сейчас идем, хотим опять поесть. Ну, хотим мороженое, но нет магазинов. Тут уже подходим к Олимпийскому парку. Там, я уже говорила, что там эти фонтаны должны быть. Вот. Так что идем туда. Там погуляем, поглазеем, что-нибудь там поснимаю. И все, и домой спасеньки. Не, еще покушать надо будет, да? Ты будешь кушать? Нет. Почему? Ну, я фрукты несу. Фрукты? Я бы хотела вот еще виноград, который вчера ели. Какой-то виноград, это надо было название посмотреть. Да, офигенный виноград. Какой-то интересный виноград. Я раньше думала, что только без косточек, это киш-миш. А вчера купили какой-то такой бордово. Красно-бордовый такой. Такого цвета, без косточек. Ну, я не помню. Тебе вот. И он очень вверх сладкий и без косточек. Вот я бы сегодня такого еще поела.
А ты знаешь, что в винограде очень много сахара? Да? Ну он же этот не сахар не белый. Да я шучу, я ладно. Белый, ты сейчас виноград еще перестанешь есть. Я именно про белый сахар. И солнце напрягает, идем прям в этом. Лицо светит, уже хочется. Да, да, у самоката прохладно. Да мы бы на них не уехали. Я пробовала один раз. Я сразу врезалась. Я уже не помню, как. Пришли наконец-то в парк, вернее половину дороги шли, потом поехали. Я-то бы пешком добежала за 5 минут, но не все могут пешком ходить, пришлось ехать половину дороги на маршрутке. Не знаю, где тут фонтаны. Я хочу есть. Далеко тоже. А там вот эти вот там из автомата. Да я уже даже на кофе согласна. На кофе уже согласна, раз мороженого нет. Так, а где? А начало получается вот там, да, где-то? Мы тогда, ну, да. Когда приехали, мы оттуда шли. Да, пойдемте туда тогда. Сколько вот это вот стоит велосипедный, типа педали крутить, вот оранжевый стоит, 500 рублей час. Ну, вот эти, я так понимаю, по 1000 рублей, раз просто с педалями 500, эти, наверное, по 1000 рублей час. Вот эти качели тоже, знаю, по анафе есть такие. Это качели. Ты крутишь там педали или что-то, или какой-то там газа есть кнопка. И она как качели едет, но ты внутри качаешься. То есть не переворачиваешься, а как на качели. А колеса тебя катят. Ребят, домой. Конечно, сегодня был там трешачок, особенно в маршрутке. И как мы добирались до этой остановки в
парке народа вообще очень много. Сегодня было открытие этих фонтанов или что-то такое. Первый день, в общем, каждый день там какая-то разная музыка. Завтра будет современная, но завтра мы уже уедем. Что там по ценам? В общем, мороженое там абсолютно все по 100 рублей. Стаканчики, коровка из кореновки, там эскимошки, все такое по 100 рублей. И единственные по 150 это мороженки Сникерс, вот эти Milky Way, там Баунти, они по 150, а так все по 100. У нас, блин, коровка из кореновки в Анапе стоит 85-90 рублей. Вот там по 100 рублей. Это Сникерсы, там 75. Ну вот. Хот-доги 250 рублей, пиццы там вообще какие-то сверхдорогие, 550-600 рублей, малюсенькие пиццы. Вот, водичка по 100 рублей. Так что, в общем, все, ребят, будем сейчас пить чай. Я буду пить шоколадку. Себе Сникерс купила. Что-то так захотелось сладкого. Все, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. С вами была я, Кира Найт. Не забывайте про мой телеграм. Люблю, целую, обнимаю.